спокойно играть от себя, что называется. Бирюков. Удар, штанга, гол. Ну, поздравляю, это и Бирюкова, и Ульяненкова. Попробую я все-таки уточнить, было ли там подставление. Еще раз повторюсь, Сламбек, что могут цепляться за эту игру. Но здесь один в один, Ульяненков. И можно бить Пятникову. В дальний угол, 2-0. И стартовое сочетание нашей команды на второй тайм. Антон Кулагин в центре. Ну и похожий эпизод, как вот с первым забитым мячом. Удар где-то там Ульяненко был примерно на линии полета мяча. Но, как я понимаю, Александр Куксов забивает. Хороший перевод. Куксов, Бирюков, удар с разворота. Ульяненков, Пятникову. Дубль Германа. Не пожадничал сейчас Ульяненков. Сыграл на своего бывшего партнера по золотому. Пять-ноль. И, конечно же, тренерский штаб, я думаю, уже мыслями в полуфинале. Павлов обыгрывает по правую. Удар, ближний угол. 6-0. Позиции на клубном чемпионате мира за ЦДК. Косачев именно на месте центрального нападающего играл, а здесь Роман Шмонин забивает. Достаточно легко обыграли Эквадор и вышли в полуфинал. Ой-ой-ой-ой-ой! Давиденко был вознагражден за то, что играл до конца, за то, что до конца пошел в прессинг, попал при выносе мяча в него защитник, и счет становится 8-0.